guys, and it's me, Edison. I'm back from the America, and today we're going to record new video with Catherine. Catherine, say hello to my subscribers, Catherine. Вы только посмотрите на него. Вернулся из Америки, значит, и уже вот как говорит, да? Посмотрите на него, ага. Hello, hello, guys and girls, hello. На самом деле, да, я вот сегодня ночью вернулся из Америки. Ожидайте скоро новый вложек на втором канале и много фоточек в Инстаграме. Они вот уже прямо сейчас, вот можешь зайти там, посмотреть, подписаться, лайки поставить. Вот, hello и good day, good luck for you and вот это. Ну, ты чё, надо говорить, всем привет, это новая серия взрывного Майнкрафта. Мы записывали одну серию вот этой данной рубрики, это даже не рубрика, потому что это что-то странное. Короче, обычный Майнкрафт, но случайно, когда-нибудь, вот в эту секунду или в следующую. Тыковка! Тыковка! Хэллоуин! Две тыквы взорвались! Ну, короче, ты понимаешь, в чем прикол. В любую секунду, независимо от нас, независимо от того, что мы делаем, под нами может появиться ТНТ. И что самое главное, как только кто-то в этой серии умрет, я или Катя, ролик, этот видос сразу же заканчивается. Вот прям моментально. Мне кажется, эта серия будет самой короткой у тебя на канале. Минуты три, наверное, не больше. Поэтому вот такие вот у нас дурацкие правила. ТНТ появляется очень случайно это раз. И тот, кто умирает, серия заканчивается это два. Поэтому хочу, подойди сюда ко мне, назад. Короче... Не-не-не-не-не-не, мы должны с тобой держаться подальше друг от друга. Мы должны держаться подальше друг от друга, но следи за мной. Я сейчас буду добывать немножко дерева. Как только подо мной появляется ТНТ, сразу же крик... Появляется! Я хотел спасибо большое ТНТ, то, что дал мне добыть немножечко деревца. Короче, в предыдущей серии, Катюха, мы с тобой были два больших лохозавра. Ты согласна? Ну, вообще, я всегда лохозавр. Кстати, не только в прошлой серии. Кстати, тоже верно. Проблема в том, что в прошлой серии мы не добыли ни одно железо. А чтобы что-то вообще делать на этой планете, чтобы быть хотя бы немножко сильными, ну, у нас должно быть железо. Поэтому, Катюха, я тебе предлагаю пойти и отправиться... Подожди, мы сейчас с тобой еще одну деревню нашли. Ну, мы же в нее не пойдем, верно? Пошли еще шахту искать. А вдруг там алмазы? Или зачем они нам? В смысле, зачем тебе нужны алмазы? Не подходи ко мне! Катя, убегай! Вовремя я ушла. Не надо ко мне так близко подходить. Я хочу видеть тебя на расстоянии километра. Так ты меня не бей, ты меня сейчас убьешь, у меня половина жизни осталась. Пошли за мной. Мне нужна еда, кстати. Вот, поэтому мы с тобой отправляемся вот в эту деревню. Возможно, здесь что-то будет. А если да, здесь... только по разным домам. Если появляется ТНТ, в любом случае, ори моментально, чтобы спасти мою задницу и свою задницу, хорошо? Ну и жителей тоже, как бы. И вот жителей тоже надо спасти. Если вот сейчас возле этого мелкого у меня заспавится ТНТ, я... Ты чё передо мной дверь закрываешь? И сейчас здесь заспавится ТНТ, это будет... Ой, едреть, колотить, сколько я хлеба нашел, Катюх! Да отстань ты, ёхрень, бабай! Подожди. Поделишься? Я не успел сундук весь полностью залутать. А хотя на самом деле здесь еще картошка выпала, поэтому нормально. Ладно. Так, ну я так-то тоже тут хлебушек нашла в одном доме. Вот в этом, да? Да, не спрашиваешь. Вот это твой дом, вот так раскоммуниздила на все части, да? Да. Испортила. Подожди! Я не успел сказать про дом, который раскоммуниздил на все части, его еще раз раскоммуниздило на все части. Ладно, зато он мне уголь нашел. Слушай, я предлагаю тебе валить из леса, потому что в лесу очень сложно убегать. Кстати, тоже возможно. Но, Кать, мы с тобой должны... Тут собака, иди сюда. Видишь меня? И что ты... И ты предлагаешь сейчас тусить возле собаки, чтобы возле нас появился ТНТ, да? Мне кажется, это очень плохая идея. Поэтому ну ладно, пошли... песик, я тебе просто на хлебушек. Он не кушает хлебушек, он только косточки кушает. Все, валим. Катя! Ёханый бабай! Я застрял в дереве и в последнюю секунду успел убежать. Вот я тебе про это и говорю, надо валить отсюда скорее, чтобы в деревьях не застревать. Так, ладно, пошли, Кать. Едрить меня в пупок! Что там? Я здесь залежи картошки здесь нашел. Ну забирай!
Давай валим отсюда, сейчас TNT появится, я уверена. У меня 30 картошек. Смотри, подойди, дай мне. Подойди, смотри. Я ставлю сюда. Опа, сюда. Чтобы это все взорвалось, да, к чертям? Да, но сейчас ничего не появится возле нас. Подойди. Сейчас оно быстренько пережарится. Я не буду подходить. Да, ничего не появится. Да что ты очкуешь? Подойди вот сюда. Ничего не появится. Сейчас оно Ты рад? Я рад. Я ничего не успела пережариться. Ладно, как ухо. Давай, если мы и пойдем к вот тем жителям, то только в следующей серии. Да не подходи ты к ним, сейчас опять TNT заспанится. Отойди. Ой-ой-ой-ой. Да некуда тут бежать даже, блин. Пошли. Так, нам с тобой нужно найти хотя бы какую-то шахту. Шахта — это вообще, в принципе, самое опасное, что может быть. Вот там очень сложно убегать, и там очень сложно найти, ну, хотя бы немножко железа. Поэтому, Катя, нам с тобой рядом. Ты где? Я боюсь вообще остановиться на месте. Я ищу место, где много места впереди, чтобы убежать можно было. Ну так ты скажи, где ты, чтобы я к тебе подошел? А, все. Да, пошли. Короче, прямо сейчас мы с тобой ищем... Ладно. Шахту с тобой ищем. Пошли. Мне страшно. Я не хочу уходить отсюда. Беги впереди, чтобы я... Появилась! Да подожди! Ты мне дашь покушать хотя бы в этой жизни немножко! О, кстати, здесь же есть ниппо. Кать, правой кнопкой надо собирать ягоды, а не левой кнопкой. Все, пошли за мной. Я правой собираю. Пожалуйста, аккуратно. Вот здесь очень аккуратно. TNT может появиться в любую секунду. Если он появится тогда, когда мы будем в шахте, мы не выживем. А помни, в предыдущей серии была поблажка. Катя один раз умерла и сказала, что это не считается. Я умерла, там от скелета, а не TNT. В любом случае, кто сегодня умрет, неважно как, ролик сразу же заканчивается. Если мы будем выживать 10 часов, значит ролик будет 10 часов идти. Подойди сюда. Да это невозможно. Давай сейчас заспавним здесь. Ну, точнее, вот он заспавнится, он что-то взорвет здесь все, и только потом пойдем. Хорошо. Давай, в любом случае подойди. Вот! Отличненько, что у нас тут получилось? Он не взорвал нам даже уголь. Ничего не взорвал? Нет, только камень взорвал и землю. Ай, бесполезный TNT, просто бесполезный. Так, давай за мной. Давай за мной. Сюда. Быстренько за мной. Подожди. Бабай, сколько же вас здесь много, я не могу понять. С одной стороны, с другой стороны. Ага, и ты еще давай повзрывайся. Они, кажется, на взрыв и вышли сюда вперед. Давай, подпалила. Все, пошли за мной. Подожди. И зомби железо выпало. Нифига себе. Это мне. Так, ты идешь ко мне или нет? Или ты боишься? Я только что собирался сюда идти, и посмотри, что с этого получилось. Поэтому включи, пожалуйста, паранойю прям на максимальный уровень. И давай реально держаться вместе. Пошли. Да, если что, бежим вперед. По обстоятельствам назад, если вдруг впереди все закрыто. Так давай назад тогда, наверное, сначала. Типа оттуда, откуда мы пришли, получается. Ну, блин, просто если впереди есть место, лучше побежать вперед. Ладно. А то мы так на месте. Чёхни, бабай, у меня ж сердце останавливается каждый раз, когда я застрею в каких-то блоках. Опа. Смотри, железо. О-о-о, Катюха, чем больше... Здравствуйте, чем больше железа мы добудем, тем лучше в этой серии. Так, свет. Подожди, следи за мной, у меня нет угля, подожди. Точнее, у меня факелов нет. Подожди, вот так. Давай, вот, все, бежим, если что, вперед, помни об этом. Или назад все же. Вперед. Пока есть свет. Вперед, побежали! Блин, я чуть не застряла там между ними, пипец. А вот уголек, давай, добивай. Давай. Это ты добывай уголек, а я посмотрю, что здесь. Подожди, не уходи от меня далеко. Давай, я останусь между двумя блоками. Давай. Как же она медленно копает, ужас. Так, ты где, не уходи от меня? Да я не ухожу, да чё ты так боишься, я не могу понять в этой жизни, тут все нормально, не парься. В смысле, все нормально, не парься, мы с тобой в узком пространстве. В узком, вот появится TNT, тогда и убегай, все, давай за мной. Хватит добывать этот уголь. Наша главная задача — это добыть железо. Все, пошли. Хорошо. TNT! Да подожди! Я просто пробежала мимо него и успела. Как? Он как-то так подкрадывается, как-то так вообще. Так, куда здесь бежим? Ага. Все, тупик.
до свидания. Вот и вся шахта. Вот на этом все, конец, ну, да? Ну все, пошли обратно тогда. Ладно, пошли. Ну смотри, у нас зато с тобой 5 железной руды, и у тебя есть одна руда, которая выпала из зомби, да? Да, одна. Ну, да, вот один то... блок, слиток и один, как, один блок, один слиток. Вот, вот так. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Добывай, 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 добывай. Да, да, Кать, убегай, 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 убегай. Это добывай, это если тут вз... А что, взорвалось что-нибудь? Железо взорвалось? Оставь мне свет. О, нормально, нормально. Спасибо большое, Тинти, то, что помог нам железо добыть. Спасибо. О, здесь еще железо, Кать, подойди. Вот, давай здесь спавнись. Давай, давай, давай. Спавнься, Тинти, спавнься. Вот добудем. А, я же пошутил! Я же пошутил! Подожди, он чётко... Отлично, отлично, собираем, собираем, собираем. Да, давай, давай, и вот сюда, давай, давай, вылезай, вылезай. Ой, помоги мне выбраться. Давай, 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 вылезай, вылезай. Если сейчас, не дай бог, оно заспавнится, все, пошли, слава богу. Моя шапку подпалила опять, у меня 3 сердечка осталось. Подзадела, подзадела задницу. Подожди, подожди, давай посмотрим, что здесь интересного. Ничего интересного. Короче, Катюха, прикрывай, у меня есть печка, сейчас, подожди, я ставлю печку, я в печку ставлю уголь, в уголь ставлю... Давай, давай я буду пережаривать под... Чего? У меня всего лишь 4 железных блока, ну, да? У тебя 4 и у меня 6. Ну, типа, ну, что-то да крутое мы уже сможем скрафтить. Кать, следи, ну, пожалуйста, следи за мной, следи. Как только появляется синьки, сразу же кричи, пожалуйста. Не, я пойду коровку убью. Ага. А мне кто будет помогать? А, Кать, какая она, да. Кать, убегай, убегай, убегай! Коровку, я забрала коровку, нет, кого я убила? Никого. О, яичко. Вторая попыточка. Кать, следи за мной, следи. Под... Да. Я пытаюсь оседлать коня. И ты думаешь, это лучшее время, чтобы оседлать коня? Ну да. Давай, здравствуйте, убегай, 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 убегай. И печка взорвалась, да? Ёханый баба, мне кажется, мы... И там все железо было? Подожди. В предыдущий раз, когда взорвалась печка, железо выпало. В этот раз печка взорвалась и... Ничего не выпало, все, это все зря было сейчас. То есть все железо, которое мы добывали в этой серии, оно сейчас уничтожило. Да не может быть, подожди, может оно где-то тут. Ну у меня в инвентаре сейчас 3 железа. У меня одно, то самое с этого зомби. Выбрасывай, выбрасывай. Давай, быстро, быстро, быстро выбрасывай. Давай, быстренько. Ага. Да. Ага, 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 это сюда, это сюда, это сюда, и вот у меня есть железный меч, ты выбросила? Да, выбросила. Так, подожди, железный меч, и тебе тоже еще один железный меч, это вот сюда, держи, Катю, Кать! Да, держи, давай, держи, давай, 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 скрыни, забирай, забирай, беру? Забирай, забирай. Где так, он? Вот, подоп... ну, вот, спаси, вот. Господи. Ёхады, бабай! Как ты вовремя успел сделать нам мечи? Я случайно выбросил кирку, и Тинти взорвал мою кирку. Но она была же каменная. Так, все. У нас хотя бы есть мечи, и мы можем убивать спокойно коров. Мне кажется... Я даже не заметила! Подожди, мне кажется, ли он намного чаще начал спавниться? Он хочет, чтобы просто мы быстрее уже того самого. Я не успела тупо отбежать. Да почему, как? Почему ты умерла в ту же секунду, как только ты сказала, что хочет того, чтобы мы то самое? Я хотела убежать, честно, я как будто застряла, так, как так, будто, знаешь, в болоте. Кать, просто. Ты даже не спринтовала, ты даже не быстро бежала. Она просто вот так начала бежать. Ты быстро убегай, а не топай вот так медленно. Я пыталась, но я еще даже не успела. Вижу лису, иду к лисе. Давай скорее покормим ее. У меня ягодка есть. Подожди, она проснулась, она проснулась. Давай корми. Только шифта неслась, неслась шифта. Корми. На. Кушай. Здравствуйте. Лиса, убегай! Ты опять взорвалась! Ты второй раз, третий раз, какой-то...
Да хватит, уже хочу убирать! В смысле лиса убегает? Почему ты сказал лисе убегать, а не мне? Я кормила лису! Вот так вот, значит, лиса, убегай, Катя, оставайся! Ну так получилось, но я думал то, что ты допрёшь, что надо убегать. Я вообще... Ой, как с тобой, Суш! Всё! Кто-то умирает, серия заканчивается. Катя Лохопинина умерла уже два раза, поэтому... Goodbye, my friends, ciao, bambino, arrivederci, I'll be back. Я приручила собаку.